У нас уникальный авторский маркетинг. И этот маркетинг впервые в жизни в MLM индустрии появился. Многие, даже партнеры, его до конца не осознают. Понимаете? Смотрите, у нас два маркетинга. Бинарно-матричная автоматизированная система или площадка изобилия и интернет-магазин на Юта-Молл. Два. Каждый из нас с вами может выбирать тот маркетинг, который ему ближе. Каждый из нас с вами может зарабатывать там, где ему интересно. И представьте себе, вам за это ничего не будет. Потому что вы можете никогда не покупать продукцию на Юта, ну, если вам собственное здоровье не нужно. Вы можете не приглашать, если вам не нужны деньги. Давайте посмотрим, а какие вообще выгоды для тех, кто либо на пассив пришел, либо на актив пришел. Вот виды дохода. Пассивный доход для всех. Что это значит? Это значит, что мы с вами имеем уникальную возможность строить свои структуры, строить свои команды даже из тех людей, которые, как мы знаем изначально, не будут строить структуру, они будут просто потребителями. Понимаете? Бонус за рекомендацию. Ого, я активный партнер. Мне мало пассивного дохода. Я хочу об этом рассказывать. Значит, я буду получать, зарабатывать больше. Реинвест. У нас у каждого 13 тысяч наших реинвестиционных мест встанет в нашу структуру. Нас с вами много. Мы, если начали приглашать, если мы начали зарабатывать на бонусе за рекомендацию, значит, соответственно, наши лично приглашенные что будут делать? Они будут смотреть на нас с вами и делать то, что мы делаем, то есть приглашать, рассказывать, информировать. И, соответственно, у них тоже будет по 13 тысяч мест минимум. Минимум. Вот это слово запомните, пожалуйста. Дальше идет интернет-магазин. Купили продукцию, получили кэшбэк. Построили команду, получили от команды кэшбэк. Ну и, конечно, статусный бонус. Вот давайте посмотрим. Посмотрим все по порядку. Пассивный доход. Пассивный доход. Мы рассказываем нашим партнерам, нашим гостям, нашим приглашенным о том, что они ничего не потеряют. Выгодно это? Конечно, выгодно. Люди идут в какие-то непонятные абсолютно проекты, какие-то деньги вкладывают, но они ничего не зарабатывают, потому что они обязательно должны хотя бы два человека пригласить. Что у нас? Мы приходим, нам открывается в кабинете площадка на 20 уровней вниз, и рано или поздно эта площадка заполнится. И каждый человек, каждый, которого мы проинформировали, он будет зарабатывать от $1. Мы с вами знаем, что люди разные. Кому-то достаточно 10 тысяч рублей в месяц. Кому-то недостаточно и 10 тысяч долларов в месяц. Есть среди вас те, кому достаточно 10 тысяч рублей в месяц? Вот я уверена, что сейчас каждый из вас напишет «нет». Кому достаточно 10 тысяч рублей в месяц? Сколько это? $150. Есть среди вас такие? Нет, нет. Понимаете? Поэтому мы говорим людям, дорогие друзья, у вас есть шанс в течение, не через, вот понимаете, через, да, русский язык очень богат. Есть в течение 10-15 лет и есть через 10. То есть люди должны зайти,
и ждать эти 10 лет. Нет. В течение 10-15 лет каждый человек, который придет в эту компанию, он заработает свои 2 миллиона долларов. Но ведь это очень звучит, вот знаете, как-то, да, невероятно. 2 миллиона долларов, господи, да кто такие деньги-то вам заплатит, если вы ничего не делаете, если вы палец о палец не ударите? В Наюте это нормально, это естественно. Потому что маркетинг таким образом сделан, что хочешь ты или не хочешь, ты обречен получить эти 2 миллиона. Вот мы обычно применяем это слово «обречены», когда, ну, что-то плохое нас ждет, да? Человек обреченный. В данном случае, в Наюте, это как подарок небес. Человек обречен стать долларовым миллионером. Потому что рано или поздно эта площадка будет заполняться людьми, аватарами. И многих людей даже в какой-то степени страшит эта цифра. Ну, не верят. Друзья, давайте еще раз проверим звук. Вот пишут, звук пропал. Звук есть или нет? Напишите мне, пожалуйста. А если звук у всех есть, а нет только у нескольких человек, я прошу кого-нибудь написать в чате, чтобы обновляли страницу. Спасибо. Вот все. Пусть обновляют страницы и заходят с браузера Google Chrome. То есть мы с вами понимаем, и мы обязаны донести до каждого человека в этом мире, что Наюта – это единственная на сегодняшний день компания, где есть пассивный доход 2 миллиона долларов. Просто люди, которые приходят только на пассив, ну и потребителям, потому что, ну, не покупать нашу продукцию, вы понимаете, что это преступление против своего здоровья, против себя и вообще против мира. Поэтому 10... 15, 20, может быть, лет эти люди будут идти к тому, чтобы эти 2 миллиона получить. Но давайте мы эти 2 миллиона разделим даже на 20 лет. Это получается 20 тысяч долларов в год, по-моему, да? Сейчас посчитаю. Делим на 20. 100 тысяч долларов в год. 100 тысяч долларов в год люди обречены зарабатывать в течение этих 20 лет. Кто, где, когда, хоть кому-нибудь платил такие деньги? Вот наша с вами задача самим в это поверить, принять этот маркетинг и донести до каждого вашего знакомого. О продукции мы сегодня говорить не будем, но мы же с вами понимаем, мы знаем, у нас много результатов, что каждый человек, который придет на этот пассивный доход и который рано или поздно начнет зарабатывать, он что будет делать? Он пойдет в наш интернет-магазин и будет покупать эту продукцию. Согласны? Я думаю, да. Поэтому о пассивном доходе можно говорить вечно. И это вот та фишка, которую мы с вами знаем, но, может быть, до конца не осознаем. Благодаря этому пассивному доходу нам с вами очень легко говорить о компании Наюта. Это первый пункт, который вы доносите до людей. Человек зашел, купил пакет плод, да, вложил 250 долларов, но он же сразу получил продукт. А продукт-то уникальный, и компания наша единственная в мире, которая продвигает этот продукт. Человек получил результаты, у него потихонечку собираются денежки, он покупает продукцию, ну, дальше вы все это уже знаете, да?
кэшбэк получил, кэшбэк пришел в кошелек, система посчитала 156,25, и у него потихоньку собирается его личных реинвестиционных аватаров 13 тысяч. Здорово? Здорово. Человек что-то потерял? Нет. Попробуйте в других где-то зайти в какой-то другой бизнес, проект или компанию куда-то, где вы заработаете гарантированно 2 миллиона долларов, и плюс у вас будет ваших личных 13 тысяч мест. А ведь каждый из этих 13 тысяч мест, оно тоже имеет свою 20-уровневую систему. Но те, кто разобрался в этом, те, кто понял систему, они прекрасно понимают, что сидеть на пассиве, ну, это терять время, это не любить себя, не любить свою семью. И поэтому эти люди начинают активно работать. Они начинают рассказывать, рекомендовать нашу компанию, рекомендовать наши продукты. И поэтому что мы получаем? Активные партнеры заработают в десятки раз больше, чем те, кто пришел на пассив. Почему больше? Ну, потому что это бонус за рекомендацию. Пригласил одного человека на пакет плод, заработал от 74 долларов и получил премию 3 аватара. Сравнивать в процентах мы с вами это делаем всегда и бесконечно. 250 долларов, 74 от 250, это примерно 33%. Назовите сами себе, не мне, назовите хоть одну компанию. Я не говорю о проектах, где обещают там большие деньги, но, понятное дело, ничего не зарабатывают. Назовите мне хоть один бизнес, где вы были, точнее, себе назовите, где вы получали реферальные 33% от вложенного вашими партнерами, вашими приглашенными. Ребята, нет таких компаний, нет таких маркетингов. Обещают много. Платят мало. Потому что из того, что вам заплатят, вам, даже если заплатили, вам придется из этих денег вернуть деньги в компанию. Вам же надо будет обязательно покупать то, что они предлагают, да, то, что они вам обязают, вот эту активность ежемесячную. Пакет семя. Что такое 2000 рублей? Сегодня это... Сегодня это... Очень маленькие деньги. Очень маленькие деньги. Так, сейчас, одну секундочку. Сегодня это очень маленькие деньги. 2000 рублей. Ну, вы и получите за них от 6 долларов. Понимаете? 6. Но, друзья мои, маркетинг сделан таким образом, ведь не напрасно называется бинарно-матричная автоматизированная система. Каждое семя станет плодом. Значит, что вы еще заработаете? От 74 долларов. Вы ничего не потеряете. Значит, если вы пригласили одного, двух, пять партнеров,
5, 10, 20, 50. Вы всегда за каждого этого партнера в конечном итоге заработаете от $74. Выгодно? Конечно, выгодно. Выгодно рассказать? Конечно, выгодно. Когда мы говорим, давай заходи, приходи, давай вот разберись, зайди на ту сумму, которая у тебя есть. Мы же подсознательно понимаем, что если человек зарегистрировался на пакет «Семя», он в любом случае станет плодом. Представьте свою структуру, представьте свою команду. Каждый раз, когда в вашу структуру встает ячейка, вы в любом случае зарабатываете пассив. Ребят, давайте уже остановимся. Этих Наталий немерено в мире, поэтому слушайте внимательно. Второй бонус вы получаете за рекомендацию. А куда этот бонус идет? В тот же кошелек, в который идет ваш пассивный доход. В этом кошельке собираются деньги. Деньги собираются у вас, если вы активны, быстрее. И, соответственно, счетчик быстрее считает 156.25. Правильно? Правильно. А что такое 156.25? Это дополнительное ваше место, которое опять же встает в вашу структуру и несет вверх на 20 уровней по $1. Помните такую фразу? Копейка рубль бережет, да? Копеечка к копеечке, доллар к доллару. За счет бонуса за рекомендацию вы всегда будете зарабатывать больше, чем те, кто пришел на пассив. Ну, вот я надеюсь, что вам это понятно. Когда у вас начинают работать вот эти реинвестиционные циклы, в вашу структуру встают ваши места, и у каждого из этих мест открывается своя площадка на 20 уровней вниз. 20 уровней вниз. Вы понимаете? Вот смотрите, вот наша первая площадка. Вы пришли, вы встали в эту систему, вы начали работать. Я не говорю сейчас здесь о тех, кто ничего не делает. Вот у них есть 2 миллиона, пусть они сидят и ждут. Вы работаете, вы видите перспективу, вы видите свою выгоду. И только на первой площадке у вас будет от 13 тысяч мест. Каждое из этих мест имеет свою глубину на 20 уровней. Свою глубину, свою глубину, свою глубину. И каждый раз количество ваших личных мест увеличивается. А мы-то помним... Ну, конечно, именной. Он же ваш, он в вашем кабинете. И на нем ваш логин стоит только с номером. Вы можете зайти в свой кабинет, зайти в маркетинговую структуру, набрать свой логин, и вам выдаст система, сколько у вас ваших логин, ваших вот реинвестиционных мест, аватаров и реинвестиционных мест. Они в едином там месте как бы отображены, просто общее количество, смотрите, сколько у вас. Скажите, пожалуйста, когда ваша первая площадка закроется, на ней появится 13 тысяч мест, каждая из которых при закрытии своей площадки на 20 уровней вниз принесет вам тоже 13 тысяч мест. Сколько денег вы будете зарабатывать?
Посчитайте. Умножьте 13 тысяч на 13 тысяч, еще на 13 тысяч. Назовите мне, пожалуйста, причину, по которой вам не интересна вот эта математика. Назовите. Есть у вас такие причины? Я знаю, что нет таких причин. Да, Татьяна, каждые 13 тысяч мест принесут вам от 78 тысяч долларов, если у вас есть лично приглашенные. Но до лично приглашенных мы еще дойдем. То, что они вам будут приносить по 6 долларов, это понятно. Давайте мы сейчас немножко с другой стороны посмотрим. Если в вашу структуру встают ваши 13 тысяч мест, то они что делают? Они на ваш основной кошелек опять же приносят от 1 доллара. От 1 доллара. То есть каждый раз, когда вы зарабатываете, деньги идут в ваш кошелек, система делит их на две части, 80% вы забираете. Да, Марина, именно так. 20% идет на реинвест. Эти места становятся вниз. Вот они, 13 ваших тысяч мест. С каждого из них вам идет по 1 доллару. А кошелек-то считает. Счетчик-то считает. 156 долларов 25 центов-то отсчитывается. Значит, чем больше у вас идет вверх, тем больше у вас реинвестиционных циклов. Каждый цикл – это новое место в вашу структуру. И так до бесконечности. Каждое место вверх на 20 уровней тоже несет по 1 доллару. И это бесконечность, понимаете? Когда мне говорят, что вот если начать работать, то ну, здесь вот юбка эта расширяется, куда-то она там идет. Мы с вами изначально заходим в бизнес на маркетинг, где мы с вами выполняем 25% работы. Мы приглашаем 1 человека, а система нам ставит 3 призовых, подарочных, премиальных места. То есть мы с вами изначально понимаем, что эта структура, даже первые 20 рядов, они будут заполняться в 3 раза быстрее, чем мы будем работать. А за счет реинвестиционных циклов эта площадка будет заполняться в 5 раз быстрее, а может быть в 10 раз быстрее, чем мы с вами работаем. И если первую площадку мы с вами стараемся заполнить людьми, мы с вами работаем, мы приглашаем, мы именно получаем бонус за рекомендацию, то поверьте, когда у нас откроются все следующие ряды, 21, 25, 99, то на каждом ряду будет максимум 10% нас с вами, живых людей. А все остальное будет заполняться за счет вот этих реинвестов. Это ваши деньги. И чем больше у вас партнеров, чем больше личников, да, чем больше у них вот этих аватаров, тем, друзья мои, извините, тем больше у вас доход. Просто возьмите лист бумаги, возьмите ручку, калькулятор и просто посчитайте. 13 тысяч умножьте на 13 тысяч, умножьте еще раз на 13 тысяч. Сколько хотите раз умножайте, потому что здесь бесконечность. И каждый раз
с каждого своего личника вы будете получать по 6 долларов. Мы с вами посчитали, что в принципе с одного лично приглашенного только на реинвестиции мы получаем 78 тысяч долларов. Это вершина айсберга. А все остальное мы пока не видим, но мы можем это просчитать. Значит, если у каждого партнера каждые 13 тысяч мест принесут по 13 тысяч дополнительных мест, сколько вы на этом заработаете? Умножьте 13 тысяч на 78 тысяч долларов. Сколько вы заработаете? Давайте я умножу. 13 тысяч умножаем на 78 тысяч. Ну, ребята, когда я вам рассказываю о том, что мы входим в первый процент по закону жизни, и я говорю, что это люди, обреченные стать миллиардерами, не миллионерами, миллиардерами. Я надеюсь, вы увидите сейчас эту цифру. Это миллиард. И это только с одного партнера. Напишите мне, пожалуйста, выгодно приглашать? Если у вас один приглашенный, то за 15-20 лет вы становитесь долларовым миллиардером. Или вам достаточно те 2 миллиона, которые люди будут зарабатывать за это же время, но ничего не делать? Конечно, выгодно. Вот это та макушечка, сейчас я сотру. Вот это та макушечка, которая закрывается. Вот того айсберга, который мы с вами пока еще до конца не вникли. А вот здесь это бесконечность. Самая настоящая бесконечность. Кто хочет стать миллиардером? Кто из вас хочет стать миллиардером, не миллионером? Вот эту выгоду каждый из вас должен не просто увидеть, он должен ее почувствовать. А если вы хотите стать миллиардерами, тогда для себя вы партнеры, вы пришли на эту школу, вы видите выгоду этого маркетинга, вы видите уникальность этого маркетинга. Значит, наша с вами задача какая? Рассказать об этой уникальной возможности абсолютно всем. Другой вопрос, что не все нас услышат. Это вторая тема, понимаете? Это вторая сторона медали. Кому дано услышать, они услышат нас. Но здесь не будет вот того принципа бесконечного приглашения, который есть в других проектах, ну, в других маркетингах. Потому что здесь мы с вами создаем фундамент своей обеспеченной жизни на долгие десятилетия. Мы оставим это здание, возведенное на нашем фундаменте, своим детям, внукам, правнукам. Но для того, чтобы этот фундамент был крепкий, вам нужно понимать, что вот эти 13 тысяч мест, о которых мы все время говорим, это не окончательная цифра. Она может быть в тысячи раз больше. Она может принести вам миллиарды. И именно поэтому, как минимум, первые 2-3 года вы должны строить команду из тех людей, кто сможет вас повторить, до которых вы сможете донести вот эти цифры, и которые не боятся больших денег. Понимаете? Поэтому приглашать или не приглашать – это ваше личное право. Это ваше личное дело. Это вы решаете,
Что вы будете делать с этой информацией? Просто посидеть. Ну да, 2 миллиона долларов, это же тоже здорово. Или вам необходимо 2-3 миллиарда долларов. Смотрите глубже. Смотрите не только вот на эту верхушечку, которую мы видим все, заходя на вебинары, да, рассматривая маркетинг. Рассматривайте то, что скрыто пока от вас. Увидите, вы обречены стать миллиардером. Не увидите, ну, тут уже насильно человека не сделаешь ни счастливым, ни богатым. Идем дальше. Кэшбэк. Личный товарооборот. Я прошу каждого, ну, всех, кто вот здесь есть, кто может, да, написать, есть ли среди присутствующих те люди, те партнеры, которые еще ни разу не покупали продукцию. Есть? Напишите «я». Нет. Нет. Потому что мы понимаем уникальность этого продукта. Ну вот Веченко Надежда пишет, что пока не покупала. Купите. Тогда, когда вы захотите. Но когда вы захотите и купите, вы уже больше никогда не откажетесь от такого продукта. Может быть, вы не все будете покупать. Ну, мыло, например, наше детокс. Это уникальный продукт, который невозможно не иметь дома. Понимаете? Соль, ну соль, это понятно. Я уже неоднократно рассказывала, что вот у меня подруга приезжала в гости, пила соль, пользовалась мылом, гигиеническими свечками пользовалась. Когда поехала домой через месяц, она как-то уже не жаловалась на то, что у нее что-то там болит. А приехала вся разбитая. Первая фраза, которую она произнесла, вернувшись домой, надо срочно купить соль и мыло. Понимаете? Поэтому вы будете покупать, но без принудиловки. Вы будете покупать этот продукт тогда, когда вы хотите, столько, сколько вы хотите, но он у вас всегда будет дома. Всегда. Недавно Линара Асанова выложила ролик, который мы из Кореи привезли, где производители произносили фразу, что вам никогда не будет стыдно за этот продукт. Но если вы будете покупать, вы будете пользоваться, вы же на этом еще зарабатываете. А денежки куда идут? В единый кошелек. А единый кошелек что делает? Он считает циклы. 156-25. Значит, то примерное количество наших реинвестиционных аватаров, 13 тысяч, за счет вот этого кэшбэка, оно тоже будет увеличиваться. Значит, в конечном итоге у нас их будет только на первой площадке не 13 тысяч, а гораздо больше, потому что в ваш кошелек идут дополнительные деньги. И вот, кстати, кэшбэк за личный товарооборот, он будет и у тех, кто просто на пассив пришел. Потому что они, получив, зайдя на пакет плод или там на 7, сделав апгрейд, они в любом случае получают баночку соли. Но если ты получил продукт, ты же его попробуешь, правильно? Соответственно, в следующий раз они приобретут этот продукт. А послушав наши школы, послушав наших партнеров, они купят мыло. А потом они еще чего-нибудь, например, красивыми захотят стать, да? Косметику начнут покупать. И, соответственно, товарооборот будет расти, кэшбэк будет расти. За счет этого будет увеличиваться количество реинвестиционных аватаров, которые будут идти им и становиться в их площадках. Опять
Возвращаемся к тому, что каждое реинвестное место, каждый аватар, он имеет 20-уровневую платформу. То есть все время мы расширяемся, расширяемся, увеличиваемся. И все время количество этих аватаров увеличивается. Значит, соответственно, сначала идет реинвестное место вниз, деньги идут вверх, и пошел этот круговорот. Круговорот денег в наюте. Кэшбэк может у вас быть большим. От чего это зависит? Ну, конечно же, от вашего статуса. Если вы активный, значит, ваш статус будет повышаться, ваш возврат, кэшбэк в кошелек будет больше, больше, больше. А теперь представьте, что когда вы дойдете до 8 звезд, вы еще будете получать 1% от всей структуры под вами. Ну, кто-то придет быстро к 8 звездам, кто-то подольше. Давайте представим, что, например, в концу 2020 года вы стали 8 звезд. К этому времени в вашей структуре уже будет несколько тысяч партнеров. Каждый партнер в среднем в месяц будет делать товарооборот, ну, не знаю, может, на 100 баллов, может, на 200 баллов. Тут все зависит от того, зачем человеку эта продукция. Посчитайте, возьмите калькулятор, посчитайте, что вам это даст. Посчитайте, сколько от этих денег, которые придут в ваш кошелек, те 20%, которые идут на реинвест. Посчитайте, сколько ваших мест станет вниз. Уже через год, ну, может быть, через два, вы вообще забудете эту цифру 13 тысяч реинвестиционных аватаров, потому что у вас в голове будут абсолютно другие цифры. Абсолютно другие цифры. С этим понятно? Групповой товарооборот. Вы пригласили людей, у вас растет команда, у вас есть личники, и вы зарабатываете еще от 5 до 30%. Но, скажем так, мы будем брать 5%, потому что это карьерная лестница, потому что если вы стали 3 звезды, то под вами обязательно стоят люди, которые 2 звезды, 1 звезда и так далее. Пусть это будет всего 5%. Но если у вас структура насчитывает десятки тысяч партнеров, которые встали под вас, которые пришли после вас, и они делают, ну, пусть совсем небольшой товарооборот, 100 баллов в месяц, посчитайте, какие это деньги. А ведь каждый доллар засчитывается, он тоже идет в основной кошелек. Понимаете? Вот уникальность этого маркетинга заключается даже не в том, что здесь есть пассивный доход, а уникальность этого маркетинга заключается в том, что активные зарабатывают всегда больше, больше, больше в геометрической прогрессии. И поэтому те, кто сейчас сидит, те, кто сейчас ничего не делает, не приглашает, ничего не делает, не рассказывает, не пользуется, просто вот сел и сидит, они будут, запись будет, они обязательно будут сожалеть о потерянном времени. Потому что самое ценное в нашей жизни – это время. И те, кто нас не услышал, в прошлом году, в начале, там, в августе, в сентябре. Те, кто не слышит сейчас, они через несколько лет будут очень сожалеть о том, что они не услышали.
Но опять же, насильно счастливым и богатым не сделаешь. Поэтому у каждого свое время. Кто-то услышит нас вчера, кто-то сегодня, кто-то завтра. Кто-то придет через несколько лет. И, может быть, он придет только как потребитель. Но он в любом случае всегда будет нам приносить доход. И все деньги всегда будут собираться в одном кабинете. Когда нам что-то непонятно, извините, пожалуйста. Самое правильное – это брать калькулятор, тетрадку, ручку и сесть посчитать. Если вы просчитали свою собственную выгоду, вы будете землю носом рыть. Вы будете рассказывать. У вас рот никогда не закроется, потому что вы понимаете свои перспективы. Статусный бонус. Сказка. $1 с каждого плода. А что надо сделать? Да просто стать 4 звездами. Статусный бонус – это тоже деньги. Посмотрите, вот верхушечка нашего айсберга. А вот то, что мы пока не видим. Для многих из нас с вами пока непонятно. 21 уровень, там 25, 99, ведь это же очень-очень глубоко. И когда это будет? Друзья мои дорогие, уже сегодня у многих активных партнеров глубина ушла далеко за 21 уровень. Давайте представим, что вот, например, вот здесь на 21 уровне 2 миллиона мест. С учетом заполнения, то есть вот технологии, да, заполнения этой площадки, вот нашей первой, мы с вами понимаем, что наша работа – это 25%. Все остальное заполняет система. Значит, людей, в принципе, будет много, но их не будет больше 10-20% на 21-м ряду. Давайте не будем брать 20%, давайте возьмем 10% плодов на 21-м уровне. Кто смелый? Сколько это денег от 2 миллионов мест? $200 000. Вы стали 4 звездами. И только с 21 уровня, при условии, что на нем будет стоять 10% людей, а все остальное аватары, вы зарабатываете 200, спасибо, Гуннара, $200 000. А там идет 22, 23 и так далее, и так далее. То есть каждый ряд, опять же, при условии, что людьми заполняется только 10%, каждый ряд будет приносить вам в 2 раза больше денег. В 2 раза больше денег. А из этих денег они куда поступают? Они опять же поступают в ваш единый кошелек. Правильно? А в кошельке что делают деньги? Счетчик там их отсчитывает. 20% вот этой суммы, от каждой 20% идет на реинвестиции. Значит, соответственно, вот этот статус вам будет приносить ваших дополнительных реинвестиционных аватаров еще больше. Возьмите калькулятор. 20% – это $40 000. 40 тысяч разделите на 156,25. Сколько дополнительных мест принесет вам вот этот статус с каждого ряда? 1000, 2, 3, 4.
и так далее, и так далее. И каждое ваше место, оно всегда будет вставать в вашу структуру. А что оно делает? А оно тоже открывает площадку на 20 уровней вниз. Соответственно, мы уже можем забыть о том, что у нас будет 13 тысяч реинвестиционных аватаров. Мы уже будем считать их сотнями тысяч, а чуть позже, через год, через два, миллионами. И каждое из этих мест, оно опять же, несет на наше основное, на 20 уровней вверх, по одному доллару. Чем больше денег идет вверх, тем больше зарабатывают вышестоящие, тем больше аватаров работает, и тем больше идет реинвестиционных мест вниз. Соответственно, вот этот круговорот, он бесконечен. Наступит такой момент, когда заполнится первый процент закона жизни, 9%. Наступит такой момент, когда будет заходить, вот, будут заходить люди в эти 90%. Они будут, конечно, становиться партнерами, потому что это выгодно. Это наша с вами задача показать эту выгоду. Но будет очень много клиентов. Очень много будет клиентов. С каждого клиента вы получаете кэшбэк как личный товарооборот. Как будто вы купили. Это вот настолько глобально, что каждый раз, когда я думаю над этим маркетингом, у меня каждый раз просто, вот знаете, не просто крылья вырастают, а как будто, я не знаю, вот взлетаешь над всей этой действительностью и смотришь с высоты птичьего полета на все это. Потому что глобальность мышления нашего президента, она, я не знаю, она поражает, покоряет. Вам надо это увидеть. Вам надо в это вникнуть, вам надо это понять. Когда вы все это просчитаете, для вас вот этот статус 4 стар, 4 звезды, он будет, ну, знаете, такой целью, которая будет во всех ваших записях стоять первой. Делайте себе всякие вот эти, как они, карта желаний. Пишите. Пишите везде себе. В тетрадках, на листочках, над столом, над компьютером, где вы работаете. 4 стар. Потому что с этого статуса, именно с этого статуса начнется ваше не просто понимание, а ваш, я не знаю, глобальный взлет, наверное, и в жизни, и в жизненном статусе. И с этого момента, если у кого-то в семье, например, ну, есть такое, да, недопонимание, вот с этого момента все ваши домочадцы, они резко развернутся к вам лицом. И будут задавать вопрос. Слушай, ты же никуда не ходишь, ты ничего не делаешь. Откуда у тебя деньги? Все ваши соседи, все ваши родственники, все ваши бывшие сослуживцы. Почему бывшие? Потому что вы к тому моменту уже бросите все работаете, где вам там платят 3 копейки. Они все будут задавать вам вопрос. Где ты зарабатываешь? Откуда у тебя столько денег? Стремитесь к этому. Давайте подведем итог. На YouTube цифра. Пассивный доход для всех. То есть любой человек, который приходит к нам в компанию, он обречен стать долларовым миллионером.
Хочет он, не хочет, верит, не верит, у него нет выбора. Он будет долларовым миллионером. Выбор у него только в одном. За какой период времени? За год, за два, за три, даже за пять. Или за 15, за 20 лет. Но мы с вами посчитали, что даже 100 тысяч долларов в год, да, который будет приносить в конечном итоге этот пассивный доход, это очень большие деньги. Для большинства, например, стран СНГ, это очень большие деньги. Люди не зарабатывают таких денег. Поэтому мы с вами те, как в старину, глашатые, которые несем людям информацию. Наша задача не молчать. Не хочешь работать, не работай. Вот приди, покупай продукцию и сиди, жди свои 2 миллиона долларов. Но если вы начинаете работать, у вас бонус за рекомендацию, у вас реинвестиционные места, количество которых не 13 тысяч, а в геометрической прогрессии каждый раз увеличивается. Посчитайте, сколько денег принесет вам один ваш приглашенный. Да, не быстро, потому что, ну, один. У нас и один в поле воин, но тем не менее. Посчитайте. 13 тысяч умножьте на 13, умножьте на 13 и посчитайте. Это вообще огромные деньги. У вас будет доход от ваших личных покупок. А вы ведь вкладываете в себя. Вы же покупаете продукцию, которая делает вас здоровыми. У вас будет кэшбэк от группового товарооборота. Возьмите калькулятор, посчитайте, сколько. У вас будет доход от статусного бонуса. А если ваши партнеры дойдут до этого статусного бонуса, да, до 4 звезд, у вас будет еще, ну, если успеете до конца этого года, у вас еще матчинг бонус будет. И все это стекается в единый кошелек. И счетчик считает эти циклы. И наступит такой момент, такой день в вашей жизни, когда вот этих циклов в вашем кабинете в день будет 10, 20, 50. И с каждым разом больше, больше и больше. Посчитайте, сколько вы будете зарабатывать. Подумайте, стоит ли вникнуть в этот маркетинг? Стоит ли просчитать лично для себя, сколько вы сможете зарабатывать? Что вы сможете на эти деньги сделать? Я не говорю купить, сделать. Потому что у каждого из нас есть какой-то жизненный опыт за плечами. У каждого из нас есть семья. У каждого из нас есть дети, внуки. Я вчера своим партнерам задала вопрос. 10, 15, 20 лет впереди – это много? Все сказали «да». Но когда я задала вопрос, а вот те 10, 15, 20 лет, которые у вас за плечами, как быстро они прошли? Они долго тянулись? Мне ответили, как один миг. Поэтому то, что мы видим сейчас в перспективе, это кажется долго, далеко. Прошел почти год. Через несколько дней, ну, 2 недели осталось до того, как будет ровно год старту нашей компании. А ведь все было как вчера. И следующие 3-5 лет, они тоже пролетят незаметно. Но у вас будет вот этот фундамент. И когда ваши дети и внуки будут готовы учиться, жениться, жить там, где они хотят, у вас будет ваш кошелек, ваш денежный поток, который обеспечит ваших детей и внуков, и правнуков всем необходимым. Понимаете? Я просто хочу завершить нашу встречу примерным подсчетом. Посмотрите на цифры. За 2-3 года
Вы пригласите 100 партнеров. Каждый партнер принесет вам от 74 долларов. Это немного, 7400. Но эти 100 личников принесут вам только с первой вашей площадки по 78 тысяч. А это уже, друзья, посмотрите, совсем другие деньги. Эти 100 личников будут покупать продукцию, и они будут приносить вам с товарооборота кэшбэк. Это тоже, может быть, не очень большие деньги, но я посчитала за год. А мы с вами собираемся работать десятилетия. Групповой товарооборот, то же самое, но здесь уже совсем другие деньги. И когда дойдет дело до 1%, когда вы станете 8 звездами, это будут совсем не такие деньги. Это будут десятки раз больше. Ну и статусный бонус. Я вам показала цифры. 200 тысяч, 400 тысяч, 800 тысяч. Они каждый раз будут удваиваться. Из них каждый раз 20% мы будем отдавать на развитие бизнеса. Из них каждый раз 20% будет идти на покупку ваших дополнительных реинвестиционных мест. И только вот в этом примере вашу структуру станет дополнительно 11 тысяч ваших реинвестиционных мест. А каждое это место снова открывает площадку на 20 уровней вниз. Понимаете? Вы понимаете, какая здесь математика? Вы понимаете, какая глобальность в этом маркетинге заложена? Вы понимаете вот ту идею, которую воплотил президент компании Наюта мистер Чейнсок? А теперь давайте представим, что в нашем магазине каждый день, ну, чуть позже, да, когда у нас будет новый сайт, очень ждем все его, и он обязательно будет, будут добавляться новые и новые продукты. А это ведь будет не только продукция для здоровья. Соль всегда будет оставаться монопродуктом, брендированным продуктом на Юте. Но Южная Корея – это страна, где производят уникальные товары, качественные. Это будут и гаджеты, это будут и автомобили. И вы через 5, через 10 лет в этом же магазине на заработанные средства сможете покупать такие мощные вещи, как автомобили корейские, да? Ну и там всякую технику. И вы опять будете получать кэшбэк. Купить автомобиль с кэшбэком в 70%. Но, ребята, ну вы подумайте, какие это деньги. Вы подумайте, вы посчитайте. Но деньги деньгами. А все-таки я хочу закончить сегодняшнюю нашу встречу здоровьем. Мы с вами те люди, которых действительно поцеловал Бог в маковку. Потому что нам с вами никакие деньги были бы не нужны, если бы у нас с вами не было здоровья. На сегодняшний день продукция компании творит чудеса. На сегодняшний день продукция компании делает людей здоровыми, счастливыми. А маркетинг на это делает людей богатыми. Расскажите об этом всем.